За последние 5 лет в рыбной отрасли Узбекистана реализовано более 1000 проектов, что позволило увеличить объем производства рыбы в 6 раз. При этом потребление рыбы увеличилось в 5,7 раза по сравнению с 2016 годом. А рыбоводческие кластеры появляются во всех регионах страны. В Хорезмской области в текущем году запланировано вырастить 66 тысяч тонн рыбы. Вначале немного статистики. В 2020 году в регионе было выращено 20 тысяч тонн рыбы, а в 2021 году этот показатель достиг 32 тысяч тонн. В прошлом году всего реализовано 15 инвестиционных проектов стоимостью чуть больше 33 миллиардов долларов. В результате организации рыбных хозяйств на 220 гектарах искусственных водоемов было создано свыше 100 новых рабочих мест. К примеру, площадь данного водоема 36 гектаров. Оно принадлежит фермерскому хозяйству Хазурасп Амурбалыклары. Если раньше здесь с 1 гектара можно было получить 30 центнеров рыбной продукции, то сейчас этот показатель достиг 100 центнеров. Раньше с гектара получали по 20-30 центнеров. Например, в конце февраля мы запустили мальков по 220 граммов. За 6 месяцев рыба набрала вес до 3,5 килограмма. Наш основной приоритет в этом деле – кормовая база. Если рыбу кормить достаточно, то и улов будет больше. Мы планируем собрать по 100 центнеров с каждого гектара. Это 360 тонн рыбы. Всего в Хорезмской области в 2022 году запланировано вырастить 66 тысяч тонн рыбы. Это вдвое больше, чем в предыдущие годы. Отметим, всего в нашей стране выращивают 10 видов рыб. Действуют рыбоводческие кластеры, которые выпускают 24 вида рыбной продукции.